Огромный привет! И сегодня я вам снова покажу свое меню, что я ем в течение дня. И у нас в Санкт-Петербурге, знаете, установилась такая отличная погода, у нас очень тепло, и хочется больше есть фруктов, овощей, чего-то такого более холодненького, прохладненького. В общем, ну и я думаю, меню у меня сегодня будет под стать погоде. Кому интересно, продолжайте просмотр. На улице светит солнышко, поют птички. И сегодня, думаю, будет замечательная прогулка с нашим Марселем. А сейчас давайте приступим к приготовлению завтрака. На завтрак у меня сегодня будет чиа-пудинг. Я его уже заблаговременно сделала. На ночь залила семена чиа кокосовым молоком. И, в общем-то, получился вот такой вот чиа-пудинг. Он у меня будет с ягодками, со свежей клубникой, голубикой. Обожаю эти ягодки. И чиа-пудинг с ними будет просто потрясающий. Буду делать вот такой вот стаканчик. Вот такая красота у меня получилась. Сейчас я буду завтракать. Мне приятного аппетита. Увидимся с вами чуть позже. Мы вышли погулять. Вот такая вот красота. На улице вообще очень-очень тепло. Давно ждали тепла. Марсель у нас тоже. Мы, как всегда, с прогулки возвращаемся с покупками. Здесь у меня 3 пакета. В общем, сейчас я вам все покажу, что мы купили. Марсель, не надо мне помогать. Сейчас, в общем, все увидите. Купили водичку. Это черноголовка, саяны, 2 литра. Вкусная. И сейчас у нас стоит такая жара, что, в общем, очень-очень захотелось. Также еще я взяла вот такую вот минералочку Перье, она мне очень понравилась. Здесь, по-моему, 500 миллилитров, да, здесь 500 миллилитров объемчик. Мороженое. Взяла 2 вот таких вот пломбира с Валя. Так, и дети выбрали вот такой вот рожок черный, черника. Тут, смотрите, 2 штучки. Так, сейчас я мороженое уберу и вернусь к вам. Вот еще в Пятерочке купила вот такие вот большие финики. Вот такие вот они огромные. Этот сорт очень вкусный. Меджу. В
общем, меджуль, вот так вот сорт называется. И они очень вкусные, их классно есть с грецким орехом. Я себе такие конфетки себе, дочке делаю. В общем, салатик свежий. Так, зашла во Вкусвилл, купила говядину. Здесь 542 на 200 рублей. Это грудинка, я хочу борщ приготовить завтра. Так. И еще по немножечко по мучному. Если я захожу во Вкусвилл и не покупаю что-то мучное, это буду не я. Вот такие тортильи. Цены вы видите. Очень они классные. И еще вот такая вот штучка. Тоже первый раз увидела. Сейчас давайте вам покажу. Вот так вот это выглядит. Домашний патыр слоеный. В общем, 62,40 стоит. Взяла тоже на пробу попробовать. Так. Снова мы были возле фермерского магазинчика. Я вам в прошлый раз показывала, уже клубники там покупала. И вот снова взяла пакетик клубники на 357 рублей. Здесь кило 300, по-моему. В общем, вот такая вот клубничка. Очень она оказалась вкусной. Я вам в прошлой закупке показывала. И снова взяли там же. Так. Еще мы зашли в небольшой магазинчик, где у нас продают орехи, сухофрукты. И взяла я другие финики, которые меньше. А в коробочке 600 грамм. Вот такие вот. Они классные. Вот такие вот. Тоже вместо конфет. Очень любим финики. Особенно вот я с дочкой. И взяла 100 грамм цукаты. Нет, не цукаты. Клубнику сушеную. Не цукаты. Она идет без сахара. Просто засушенная клубника. Тоже очень-очень вкусная. Так, вот вроде вся моя покупочка. Сейчас я вам вот так вот покажу. Вот так мы сходили погулять. Так, и по ценам вас сориентируют. Чеки вам покажу. Это из Пятерочки. Это другой магазинчик, где мороженое и воду покупала. Так, ну и вот эти вот сухофрукты мне вышли в 350 рублей. 200 рублей финики, 150 рублей 100 грамм сушеной клубники. Так, ну и про клубнику я вам сказала. 357 рублей. Из Вкусвилла все покупки были с ценниками, ценники соответствуют. Вот, в общем, вот такая закупка у меня сегодня вышла. Так, сейчас я приступаю к приготовлению обеда. Буду готовить стейки из куриной грудки. Я вот так вот ее нарезаю. Затем пересыпаю вот этой вот специи гриль, которую я вам уже тоже много раз показывала. Румяная курочка в Катане. И соль. И обжарю на небольшом количестве оливкового масла, практически на сухой сковороде. Я просто сковороду смажу маслом. Обжарю. И я нагулялась, но не очень голодна, потому что у нас сейчас жарко. И я думаю, что к грудке я сделаю себе просто салат. Овощной салат с огурчиками, помидорчиками и шпинатом. Вот такой салат я приготовила. Здесь огурчик, помидоры черри, шпинат и зелень, лук, укроп и петрушка. А сейчас все буду выкладывать на тарелочку. В общем, у меня сегодня легкий обед. И, как видите, я добавила в салат еще смесь семечек, которую я вам тоже уже показывала не один раз. В общем, сейчас буду обедать и отдыхать. Прогулка у нас была очень-очень долгая, продуктивная. Мы все нагулялись. Марсель вообще уснул и даже есть не хочет. Я сейчас занимаюсь приготовлением ужина. На ужин у нас будут
кисадильи, вот с такими вот тортильями. Тортильи я сегодня купила вам, показала. Начинка классическая моя, я вам тоже как-то уже показывала. Есть у меня такое видео подробно, как я готовлю, так что переходите, смотрите. Ну, в общем-то, здесь быстренько повторю. Куриная грудка, я уже ее тут специями и солью пересыпала, нарезала кубиком. Шампиньоны, у меня здесь королевские и обычные шампиньоны. И также я еще сейчас нарежу перчик, томаты. На сковородочке обжарю курочку, грибочки. Практически в готовые курицу и грибы я добавлю овощи. И все, останется мне только натереть сыр, положить начинку в тортильи и обжарить получившиеся конвертики с двух сторон на сухой сковороде.